У этого злодея был брат сын, Прохлада, чистый преданный Господа Вишну. Сейчас вы узнаете историю о подвиге Прохлада, который сделал его известным по всей Вселенной. Wir tragen dich in unseren Herzen. Du bist die Treue. Du bist die Liebe. Unser Glaube. Привет, Прохлад. Ты что-нибудь интересное про своего Вишну расскажешь? Да, но только когда учителя уйдут. Они не любят, когда я вам про него рассказываю. Ну ладно, после занятий. Угадайте, что это за буква? Это Га. Нет, это Дха. Посмотри, вот у нее такая закорючка. Так все-таки, что это за буква? Это Дха. Правильно. А кто сделал домашку? Я. Намасте, Гуруджи. Садитесь, дети. Итак, скажите мне, хорошо ли вы исполняете свои обязанности перед родителями? Да, учитель. Почитаете ли вы предков? Да, учитель. А кто является верховным повелителем Вселенной? Шри Хираня Кашипу. Молодцы, дети. Теперь приступим к повторению алфавита. Читаем вместе варнамалу. Ха-ха-га-ха-на. Ша-ча-ча-ча-на. Та-та-та-та-на. Та-та-та-та-на. Па-та-та-та-на. Я-ра-ла-на. Сейчас мы проверим, насколько вы освоили правила дипломатического менеджмента. Итак, я задаю вопрос, а вы отвечаете. Назовите правила усмирения врага. Подавить подарками. А если враг не усмирен? Предложить повысить в должности. Если это не помогает? Делать словесное предупреждение. А если и это не помогло? Уничтожить. Правильно. Следующий вопрос. Какие два принципа необходимо применить против восставших подданных? Разделяем властву. Хорошо. На этом мы сегодня закончим. Можете отдыхать. Дорогие друзья, не тратьте свою жизнь на чувственные наслаждения, поклоняйтесь Господу Вишну. Все, чему вас учат демоны, лишь приносит временное удовольствие. Поэтому подумайте о своей вечной душе и поклоняйтесь Господу Вишну. Так маленький Прохлада Махарадж просвещал своих одноклассников и втайне рассказывал о том, кому он поклоняется. В это время его отец, могущественный демонический царь Хираньякашипу, решил узнать, чему обучили Прохлада в школе учителя Шанда и Амарка, и позвал его к себе.
Я совершал немыслимый аскезм. Затем властелин мира наделил меня бессмертием. Я завоевал все три планетные системы. Я запретил любую деятельность, связанную с поклонением Вишну. Полубоги, его представители, стали моими нижайшими слугами. Я подчинил своей власти всех. Однако теперь мой собственный сын решил бросить вызов установленному мной порядку. Прохлад принял сторону моего врага. Иди сюда. Что ты сказал в школе одноклассникам? Я сказал, что жизнь дана для поклонения Вишну. Ты знаешь, что Вишну убил моего брата Хираньякшу? Ты знаешь, как я его ненавижу? Ты знаешь, что я приказал убить браманов, которые поклонялись ему? И ты думаешь, что я прощу тебя из-за того, что ты мой сын? Папа, я очень тебя люблю, но я также люблю и Господа Вишну. Любишь Господа Вишну? Я тебе сейчас отрежу голову, и тогда посмотрим, где будет твой Господь Вишну. Папа, он повсюду. Повсюду? И даже в этой колонии? Да, папа. Смотри же, как я уничтожу твоего Вишну. Господь Нарсимхадев расправился с демоническим царем Хираньякашипу. На этом наша история заканчивается. Из нее мы можем заключить, что Господь Нарсимхадев всегда защищает своих дорогих слуг. Преданным же стоит сохранять свою стойкость и веру, несмотря на тяжелые испытания. Давайте еще...